В Киеве отметили День крымско-татарской культуры. Мероприятие провели в Исламском культурном центре. Гостям рассказали об обычаях, представили крымско-татарские национальные костюмы и орнаменты. В конце мероприятия угощали традиционными блюдами крымских татар. Я думаю, что очень полезно проводить такие мероприятия, так как разные другие народы познают нашу культуру. И даже крымским татарам тоже полезно поучаствовать в этом мероприятии, так как можно узнать древние традиции.